Здравствуйте. Значит, вы у нас Валиев Георгий Валерьевич, да? Сын Валерия Павловича. Да. Скажите, пожалуйста, где вы на данный момент находитесь и с каких пор? Нахожусь в 8-й палате инфекционного отделения Монако. Как будет палата? Монако с Массанадорога, Монако-Аптинская. Тут есть такое вот помещение. Сейчас я Скажите, пожалуйста, а когда вы туда приехали, прибыли? Вот? Ну, вчера вечером мы из Кавказа приехали в 19 часов, и после этого нас распределили, нас ребенок кашлял, спросили, куда нас распределять. Нас сначала хотели в роддом распределить, а потом в итоге отправили в инфекционку, нас сюда поместили. Вот по вашему поводу на данный момент идут бунты, говорят, что пришел ваш отец, вас забрал, что вы не проходите карантин, вас прямо туда отвезли. Не понимаю, откуда у людей появляется время, то, чтобы весь вечер там в Фейсбуке там комментарии оставлять, там писать постоянно о чем-то там, надо себя тут кипить. Вот это только заселился в день, с 7 часов вечера, у тебя, в общем, как времени нету, там дети у тебя, и ты еще и там успеваешь что-то там всякую дичь писать. Ну, мы пытались вчера вложить, в общем, вчера у нас времени не было, сегодня в Фейсбук зашел, мне уже начали даже звонить, что там про вас что-то пишут, и это реально для меня было очень странно. То есть, ну, это реально бред, полный бред, потому что вчера мы здесь ночь провели, вчера как бы приехали в 7 часов, сюда нас сразу завели. Откуда они взяли, что мы там сели на машину на моему отцу и поехали куда-то, вообще как бы полный бред, я не знаю, откуда это взяли. Это к этому не будет никаких доказательств на 100%. Хорошо, спасибо вам большое. Удачи вам. Дай Бог, чтобы время карантина у вас прошло незаметно. Спасибо.